И сейчас я сижу в машине каршеринга рядом с их подъездом, и полицейский ломится к нам в окно, к сожалению. Перед своим задержанием в декабре прошлого года политик Любовь Соболь рассказывала в прямом эфире в Твиттере о попытке встретиться с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Его связывают с покушением на политика Алексея Навального. Именно у дома Кудрявцева полицейские заблокировали машину Соболь, а визит к возможному сотруднику спецслужб лег в основу так называемого квартирного дела против Соболь. Суд признал ее виновной в незаконном проникновении, цитата, «ради пиара в интернете, в квартиру Ирины Кудрявцевой и Галины Субботиной, соответственно, жены и тещи Константина Кудрявцева». Апелляцию на приговор 8 июня в Перовском районном суде рассматривали без потерпевших родственниц. Любовь Соболь напомнила, что Кудрявцев при этом так и не появился в суде. «Сейчас вообще все потерпевшие исчезли», — отметила Соболь. Заседание продолжили без них. Соболь потребовала отменить приговор. «Он у нас есть потерпевший?» А что доказывает то, что он человек потерпевший? А вообще он существует или нет? Что это за человек? Я его ни разу не видела. В суде первой инстанции я могу хоть раз увидеть потерпевшего, и права которого я якобы нарушила. И фамилия не произносит в этом суде, как Путин не произносит фамилию Навального. Все боятся, вот прости слово, Константин Кудрявцев. Что это за персона такая мистическая? Один из основных доводов защиты – недоказанность умысла преступления, заявил адвокат Соболь Владимир Воронин. Он настаивал на вызове в суд Константина Кудрявцева. Прокурор был против. Кудрявцев, по его словам, не участвовал в событиях, рассматриваемых в суде, и не заявлял себя потерпевшим. Суд отказал в вызове Кудрявцева. Прокурор уверен, вина полностью доказана и справедливо признана судом первой инстанции. Соболь применила насилие и проникла в жилище. Сама подсудимая напомнила в последнем слове, что на первых допросах потерпевшие отрицали физический и моральный вред с ее стороны. Дело она считает политически мотивированным. Механизмов юридической защиты в нашей стране фактически нет, заявила политик. Невозможно жить в нормальной, процветающей стране, если у человека нет элементарных, базовых человеческих прав. Например, на возбуждение уголовного дела, когда тебя отравляют химическим оружием. А на возбуждение уголовного дела, когда на тебя нападают у подъезда своего дома, как это было в 2016 году, когда на моего мужа напали, и дело могло закончиться летальным исходом. Дело не возбуждено уголовно. Ничего не интересует российское следствие, когда есть реальные, настоящие преступления. Но когда нужно подбить какую-то статистику или оппозиционер появляется, тут, пожалуйста, госмашина включается по полной. Суд оставил решение в силе. Год исправительных работ и 10% от зарплаты в пользу государства условно. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.